Друзья, братва, всем привет, парфюмерная моя гильдия, с вами Иван Фаворский, и это новый обзор. Просили меня вот такой вот парфюмчик сказать мое мнение, Essential Parfums Boys Imperial. Сейчас все с вами подробно разберем и все вам скажем. Приготовил я тут планшетник свой, чтобы маленько подсматривать. К сожалению, на этот парфюм, да, очень много обзоров я видел, но ни у одного блогера, да, так сказать, на фрагрантике нет почему-то отзывов про этот парфюм. Стоит его покупать, не стоит. Boys Imperial, это у нас парфюм от Квентина Биша, известного такой парфюмера, который сделал Ганимед. Этот аромат для мужчин и женщин, он унисекс, принадлежит группе Фужерные. Так, выпустился в 2020 году. Такая вот картонка меня впечатлила. Хочу сейчас все это распаковать, посмотреть. Но это эко-упаковка, типа картон. Типа, чтобы она потом, как сказать, как не разлагалась, да, как флакон. Ну, мне кажется, это все как бы экономия. Ну, прикольно выглядит, но неудобно вытаскивать. Так, сейчас посмотрим. Это как-то аккуратно надо. Вообще, Ганимед я как бы пробовал, да, Ганимед отличается, и вот этот парфюм, то, что на нем следы нету в оригинале, этим отличается. Вообще, мне не нравится ни Ганимед, ни Boys Imperial, хотя я как-то был в Золотом Яблоке. Кстати, этот парфюм даже на Рандеву не продают. Вот Рандеву ты мне должен за рекламу. Почему-то Рандеву, духи РФ не продают этот парфюм. Этот парфюм есть только в Золотом Яблоке. Ну, либо у меня на разлив, на распив, либо копию могу вам заказать. Если вас интересует подешевле, хотите сэкономить. Потому что оригинал стоит где-то 8 тысяч. Ну, короче, все тут испоганил я. Можно было просто вот это все порезать, порвать. Всего лишь. Ну, мне, короче, плевать. Главное, чтобы флакон был целый. Как у вас дела, мои дорогие? Как настроение? Что нового? Старый вот мой формат вернул. Поздравьте меня, я наконец-то научился снимать горизонтальные видео. Короче, упаковка меня, честно, бесит. Вообще. Бесит, неудобная. Тут что написано? Ну, Квентин Биш парфюмер, да, типа Франция. Так, по нотам я вам скажу. Так. По нотам это у нас... Акила Вуд, ну вот это Акила Вуд, Аджила Вуд, как правильно, напишите в комментариях, да? Древесная нота, ветивер, терпеть его не могу, эту ветивер, траву, базилик, перец обожаю, амброксан, который притягивает женский либо мужской пол, и пачули, написано 93 натуральная, ну это они напишут, конечно. Упаковка вот такая вот, хрень, короче. Сам флакон, конечно, Essential Parfum, да, дата выпуска. Кодик. Сам флакон прикольный, обычный флакон. Как бы не придраться. Уже отсюда пахнет. Ну, древесный такой, как будто зеленый, что ли, показалось. Не будем сейчас смотреть. Не люблю вот эту пыль приходит, когда. Сейчас я нанесу и послушаем с вами аромат. Почему на фрагрантике, вот я смотрю, да, ничего нет про этот аромат, вообще непонятно. Холостой пшик, раз, два, три, как вы любите. Пошли пшики. Ну, такой неплохой пульверизатор, такой типа душа, как я люблю. Почти. Потрясающий аромат вообще. Сразу он мне нравится. Какой-то свежий, древесный, фужерный, удовый, амбровый, зеленый, землистый, теплый. Мне кажется, даже вот он на осень, на весну, на зиму и на лето, круглый год. Ну, прикольный аромат. Свежий. У меня, напоминаю, можно купить оригинал. Но оригинал будет стоить так же, как в магазине, где-то примерно 9 тысяч. Копию Essential Parfum польскую, да, это где-то 2,5 тысячи рублей за такой же флакончик в такой же упаковке. Либо на распив 12 мл ручку. Короче, три варианта есть. Поэтому не нужно мне писать оригинал, не оригинал. У меня есть и оригинал за 20 тысяч, но если у вас нет денег за 20 тысяч, тогда за 2,5 покупайте копии польские и не парьте мне мозги. Или о... Ну, потрясающее дерево. Прикольный аромат такой. Я даже сейчас нанесу хорошо. Душ такой поливательный.
Сейчас пойду по делам, послушаю этот аромат. Ну все, достаточно, даже лишнего. Ну, крышка такая обычная. Хочется, чтобы она на магните была, конечно. Почему-то она как-то... А, вот все, защелкивается. Хочется, чтобы она была вот такая магнитная, чтобы вот так, бац. Ну, прикольный флакон, прикольный аромат. Косяков никаких нету. Ни во флаконе, ни в чем, никаких ни пузырьков. Просто идеальный, простой аромат. Конечно, я люблю больше Шанельку. Что я могу сказать? Я вам сказал больше, чем вот эти блогеры, которые говорят, призывают, покупайте, покупайте. Я никого ни к чему не призываю, дело ваше. Квентин Биш, этот аромат для меня вкуснее, легче, проще, чем Ганимед. Похож ли он? Ну, почти не похож. Это свой такой древесный аромат, свежий, пряный, фужерный, удовый. Вот как я сказал тут слово в слово. Оценку, если ему дать из 10 баллов, я бы дал 8. 8 баллов, что его можно всем покупать. 8 баллов, но не 10 из 10. Вот Allure Homme Sport, сейчас если показать вам, это аромат, который 10 из 10 попадаете вообще всем. Парням, мальчикам, вообще всем. Даже девушки могут им духариться. Я вам открою секрет такой. А вот Essential Parfums Boys Imperial от Квентина Биша. Это аромат такой зеленый, свежий, древесный, деревяшковский. Приятный такой спил, вот это дерево как будто распилили, свежего такого, немножко мокрого, немножко дождя, влажный. Я иду в пальто, в Санкт-Петербург, идет дождь. По улице Санкт-Петербурга на лавочке сидим, листья, вот это осень. Чуть-чуть что-то свежее. Ну, прикольный аромат. Я бы не сказал, что он отстойный. Прикольный, приятный. Ганимед мне нравится меньше. Вот Ганимеду я бы дал 6 из 10, а этому аромату 8 из 10. Подойдет мужчинам, женщинам. По поводу возраста, от 18 до 60, без разницы, вот просто реально, хоть молодому парню, хоть девушке, хоть женщине, хоть кому. Надо, конечно, посмотреть, вот это старый ли выпуск, потому что старый выпуск, говорит, крутой. А если свежий выпуск, то они какие-то нестойкие. Но я думаю, если купить оригинал в нормальном месте, или копию польскую хорошую, или ОАЭ, я думаю, это, он будет часа три все равно. Ну, прикольный. Прикольный такой аромат. Такой вот обзорчик получился. Всем пока. С вами был Иван Фаворский. Большая благодарность тем, кто шлет донаты, потому что без вас эти обзоры не будут. Потому что YouTube для меня в России отменил монетизацию. Да, за рекламу мне не платят, к сожалению. Так что очень буду признателен по номеру телефона, кто донат пришлет. Или поставит лайк, или напишет комментарий. Хейтеры мимо, потому что вы все равно автоматически... Отправляйтесь в бат, в бан. Всем пока, с вами был Иван Фаворский, это Essential Parfums, Boys Imperial. Советую 8 из 10, покупайте, либо у меня, либо в золотом яблоке. Золотое яблоко, ты мне должен денег за рекламу. Пока.